Обычно в этот день во всех школьных дворах звучат праздничные песни и поздравительные речи. Но сегодня все по-другому. Непривычная тишина и закрытые двери. Но педагоги и организаторы постарались сделать все возможное, чтобы в сложившейся ситуации подарить детям праздник. Началось прощание со школой, с завершающего в этом учебном году открытого урока. Для большинства школьников начинаются долгожданные летние каникулы, когда можно будет отдохнуть, набраться сил. А для выпускников школ, которые планируют поступать в вузы, наступает горячая пора. Вы знаете, что ЕГЭ в этом году начнется с 3 июля. Конечно, не просто сохранить прежний ритм подготовки, но надо собраться с силами и сделать последний рывок до заветной цели. И пусть с экранов мониторов, но ребята услышали приветствие и слова напутствия от Министерства образования и науки республики, главы района, начальника управления образования, руководителей школ и, конечно же, родителей. Дорогие наши выпускники, уважаемые педагоги, родители, примите искренние поздравления по случаю завершения 2019-2020 учебного года. Нынче выпускники всей страны отмечают этот праздник необычно, дистанционно. Но отчаиваться не стоит. Впереди еще у вас, дорогие ребята, будет много торжественных моментов и поводов, чтобы отпраздновать вместе со всеми. Пользуясь случаем, выражаю огромную благодарность всему педагогическому коллективу района, учителям и воспитателям, педагогам дополнительного образования, тренерам за ваш неустанный и самоотверженный труд. Хочу выразить глубокую признательность родителям за создание полноценных условий для всестороннего развития личности. Дорогие выпускники, вы прошли серьезный отрезок жизненного пути, ведь именно знания, полученные в школе, станут для вас опорой жизни. Уверен, что накопленный за годы учебы багаж знаний послужит вам благодатной почвой для саморазвития и самореализации в жизни. Дорогие ребята, вы внесли значительный вклад в копилку достижений района. Защищали честь родной школы, села, района, на спортивных соревнованиях. Доказывали свои знания на предметных олимпиадах. Вели исследовательскую работу. В текущем учебном году учащиеся заняли нашего района 8 призовых мест на республиканском этапе олимпиады. Дорогие выпускники, сегодня особенно важно быть образованным человеком, владеющим современными технологиями, способными принимать самостоятельные решения. Уверен, что школа дала вам не только прочные знания, научила вас мыслить, овладевать современными компетенциями, но и нацелила на осуществление ваших жизненных планов. Еще вчера было все понятно. Одноклассники, учителя, уроки, перемены, школьные звонки, интересная школьная жизнь. А сегодня вы заканчиваете школу, не выходя из дома, без привычных уроков, общения друг с другом и педагогами. Вот и последний звонок, для вас необычный. Но все же он не становится менее торжественным, трогательным, значимым для нас всех. Дорогие выпускники, от всей души хочу пожелать удачи на вашем жизненном пути. Слова благодарности и признательности за труд, профессионализм и участие в судьбе и воспитании детей с экранов мониторов прозвучали в адрес педагогов. Они помогали школьникам расти, развиваться и познавать этот мир. Спасибо вам, родные наши люди, за доброту, заботу, искренность души. Мы очень ценим вас и очень любим, всем сердцем бесконечно к вам спешим. И не забудутся старания эти, хоть не вернемся в школу мы, увы. Но самые лучшие родители на свете, мы без сомнения скажем, это вы. Дорогие одноклассники, хочу поздравить вас с последним звонком. Учебный год подходит к концу, и скоро мы поступим в разные колледжи и университеты. Если честно, мне не верится, что скоро нас будут окружать совершенно другие люди, и наш класс останется лишь в воспоминаниях и фотографиях на школьном альбоме. Я надеюсь, что коллектив, в который мы пойдем после окончания школы, будет таким же сплоченным, как наш класс. Дорогие учителя, низкий вам поклон за ваше терпение, за ваши умения, за то, что любили наших детей и были им мудрыми наставниками. Мы желаем вам выпустить еще не одно поколение таких замечательных ребят, как наши дети. Хочется сказать много хороших и ласковых слов нашим учителям, поблагодарить их за нелегкий труд, за любовь, человеческое тепло, которое они щедро дарили нам. И от всех наших выпускников искренне огромное спасибо говорим мы всем учителям. Будьте молодыми и счастливыми. Мира, долгих лет жизни, здоровья вам.
Если мы неважно отвечали, если мы опаздывали в класс, если мы вас просто огорчали, простите нас. Много добрых и трогательных слов было сказано самым главным и терпеливым помощником – родителям. И вот непривычную тишину пустынных коридоров разрывает тот самый последний звонок. Его в этом году в Краснокамском районе услышали 76 11-классников и 260 9-классников. И, конечно же, какой последний звонок без традиционного, пусть и в непривычном формате, школьного вальса? Марина Медвинская, Сергей Мешков. Время новостей.